Машала, машала, так у нас все красиво располагаются, у всех такие наряды, уже не терпится провести такой вот конкурс, да, дефиле и нарядов для наших сильных мальчиков. Так, перед этим я хотел бы прямо сейчас, раз мы уже разгонялись, мальчики быстрее-быстрее сейчас догонят, а вот он! Хотел бы с вами станцевать несколько танцев. Итак, давайте все посмотрим на нашу Лиди Лайк и попробуем за ней поповторять. Там будут танцы, которые вы уже знаете, девочки и мальчики. Мы будем повторять за вами, а вы за нами. Готовы? Итак, мы готовы. Итак, давайте попробуем. Hey.
nice, so nice. Машала, это сделал. Машала, машала. Похлопаем, похлопаем еще, 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 еще. Это все аплодисменты для вас. Почему? Потому что именно сегодня вы у нас выпускники. Выпускники, выпускницы. Самые красивые и самые нарядные. Девочки и мальчики, скажите, а кто из вас знаком, например, вот с лайком? Кто знает лайк? Так, хорошо, все знают. А с ютубом кто знаком? Все, хорошо. Знаете, прямо сейчас мне уже не терпится вас увидеть на нашей замечательной дорожке. Поэтому прямо сейчас Леди Лайк принесет мне мои две красивые дорожки, а мы вместе с вами покажем, продемонстрируем, как мы сможем по ним красиво-красиво пройтись. Но для начала, конечно же, может кто-то узнал каких-нибудь героев, персонажей, тот может, конечно же, это сказать, кого он узнал. Так, хорошо. Вот они, две красивые дорожки. Давайте, ожидаем. Кто же здесь у нас нарисован? Я буду показывать, а вы мне будете отгадывать. Договорились? Так, скажите мне, знали ли вы его? Ты знал? Человек-паук. Это Человек-паук, правильно. Так, кто узнал ее? Это куколка Лон. Такая же красивая, как ты. Так, пойдемте дальше. Кто узнал его? Это Нолик из Фиксиков, правильно? А кто узнал ее? Красимочка, правильно, так. Идемте дальше. Кто узнал его? Микки Клей. Это Микки Маус. Так. Это у нас кто? Мальчик. Супермен. Это Супермен. Какие молодцы. Все вы знаете. Так. Кто узнал ее? Шелли. Это Шелли. Звездная Шелли. Откуда она у нас? Кто знает? Бегай! Быстро бегай, правильно. Так, кого мы еще не отгадали? Это у нас кто, девочки? Эльза, Анна и Снеговик. Снеговик Волк. А как пультик называется? Кто знает? Колонна, правильно. Всех, наверное, мы отгадали, да? Его мы отгадали. Кто это? Мишка, Кеша, правильно. Так, и кто узнал? У кого есть головной убор, ничего страшного, девочки, солнышки. Вы можете страечку, например, тоже надеть. Хорошо? Тебе давай под цвет синий или розовый, какой ты хочешь. Итак, все красивые, наряженные, уже такие выпускники у нас здесь присутствуют и готовы к первому классу, правильно? В первоклассники, без пяти минут, конечно. Первый класс, или она еще будет? Она со сменкой, да, пойдет? Да. Смотри. У всех шляпки? Нет. У кого еще нет шляпок, мальчики, девочки? Так, чтобы я увидел у всех. А, давайте немножечко туда встанем. Девочки, солнышки, туда пройдите. Надо было раньше. Что вам нужно будет сделать? Смотрите, девочки и мальчики, видите, это у нас такая рамка. Рамка называется ТикТок. И мы вместе с вами должны будем сейчас делать замечательную фотографию. Ваша задача. Сначала давайте покажем ваши образы, а потом уже фотку. Договорились? Мы сейчас, девочки, могут пойти вот так.
так, да, улыбнуться, хорошо, и возвратиться обратно. А мальчики могут пройти вот так, дойти до сюда, улыбнуться, показать свою силу, возможно, вторую силу, да, и, может быть, две сразу, и возвратиться обратно. Все понятно, мальчики? Красиво, самое главное, улыбнуться. Ну что, приготовились? Мы сейчас начнем. Так. Готовы, да? Хорошо. Начинаем. Подожди, солнышко, вот до сюда доходи. Вот можно дойти до Толика, остановиться, посмотреть, улыбнуться. Так, супер. И возвращайся. Ты такая красивая. Молодцы. Давайте, все сегодня девочки замечательные. И подготовились к выпускному. Не забываем улыбаться. И, а ну-ка, доходи до нолика. Вот так, хорошо. Можешь показать класс. Даже можешь класс показать. Класс покажи. И улыбнись, не забывай. Это твой выпускной. Вот это да. Хорошо, потом повтори. Подожди, стой. Туда улыбнись, солнышко, чтобы тебя увидели. Давай. Так, хорошо, красиво. Давайте, кто следующий? Я скоспела, теперь я скоспела. Ты спорься, мечтаю, ты в. Умнички, кто у нас следующий? Мальчики. Не забываем улыбаться. Так, красиво. Опа! Давай покажи класс. Покажем, мальчики, мы показываем класс. Договорились? Вот так, давай покажем класс. Вот он класс, поехали. Молодец, ты просто шикарен. Так, мальчики, давайте продолжаем. А, всем понравилось быть сильным. Покажи класс теперь. Вот так, давай, улыбайся, не забывай. Молодец, умничка. Так, мальчики, продолжаем. Круто, класс, покажи класс. Ага. Так, молодец. Кто у нас следующий? Давайте. Не спешите. Ох, какой молодец. Так, солнышко, не убегай, мы не успели тебя сфоткать. Хорошо, в следующий раз. Давайте еще раз. Улыбайся. Да, хорошо. У нас там нам ветерочек помогает. Ничего страшного. Так. Ну что, у нас все прошли или нет? Не все. Так, девочки, вы готовы? Давайте попробуем. Красиво, умничка. Вот он класс, отлично. Я вас поздравляю. А теперь вновь мы выстроимся сюда поближе. Давайте. У нас теперь будет другая фотка. Она будет у нас уже в рамочке. Так, внимание. Давай, возьми нашу рамочку. Алиме. Смотрите, вам нужно будет дойти до рамки, встать возле рамки, держа ее в руках, либо показывая класс, выглянуть сюда. Хорошо? Красиво. Thank you.
the right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Итак, Lady Like, я тебя приглашаю вот сюда. Вау, в универ. Так, ну что, готовы повторять движение? Давайте посмотрим на нашу Lady Like и будем вместе танцевать. Алиме. Идем туда. А? Туда? Как будет, так и будет. Алиэкспресс, все понятно. Так,
Хорошо, девочки, мальчики, вы просто супер. Итак, девочки, построиться здесь. Я хочу, чтобы вы красиво у нас, друг за дружкой. Не ругайтесь, все успеют поучаствовать, хорошо? Так, есть у нас паровозик. Мальчики, красиво встали. Есть. Давай. Так, внимание, внимание. Прямо сейчас задание для самых активных. Вам нужно подбежать. Девочки, вы выбираете здесь вот так себе приложение. Забираете себе и становитесь конец паровозика. Хорошо? Ваша задача не двигаться быстро, а медленно идти уверенной походкой. Вы знаете, что такое уверенная походка? Давайте посмотрим, как вы в этом разбираетесь. Внимание, вы уверенно подходите к любому смартфону и выбираете любое приложение. Все понятно? Давайте. Мальчики, вы у меня здесь черного планшета, а девочки с вот этого бежевого. Внимание! Слепо-папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та. Слепо-папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Эльмас, Ютуб! Ух ты, собираем, собираем все приложения. Девочки, мальчики, кто быстрее? А сейчас на скорость. И вот он у нас последний Алиэкспресс отправился в руки самым-самым быстро. Итак, девочки, солнышки, возвращайтесь в команду. Пожалуйста, становитесь в команду. Вот она, Монхас, какой крутой, красивый. Мальчики и девочки, все построимся. Пойдем. Мальчики, все за мной построились, красивые, красивый паровозик. А девочки, вы тоже построитесь красиво. А теперь не ругайтесь, каждому же хватит приложений. У кого две? Поделись, солнышко. Одну, дай. Держи вот какая красивая птичка, это твиттер. Внимание, внимание, мальчики и девочки, сейчас нужно будет подбежать. Кто может, кто не может, просто быстро подойти и приклеить приложение обратно, хорошо? Давайте начнем. Два, три. Ух ты, быстрый как ветер. Приклеить все. Ух ты! Опа! Ну, девочки, вот вы даете. Так быстро у вас получилось. Так, потому что, да, кто и среди них есть читеры. Все правильно. Мальчики вроде до этого, да, быстрее справились. Сейчас девочки быстрее. Мальчики, похлопаем девочкам быстро. Красиво. Молодцы. Девочки, солнышки, похлопаем мальчика. Мальчика похлопаем. Умнички. И, конечно же, смотрите, сейчас делаем фотку, а потом у нас будет интересный момент. Давайте сделаем фотографию, как там лучше стать. Вот здесь на фоне. Все возле меня остановимся. Вот сюда, подходите. Держите. Туда смотрите, мальчики, на нашку. Вот туда, в ту сторону смотрите. Так, идите сюда. Вот так встаньте. Не там. Вашу спину никто не будет фотографировать. Сюда встаньте. На мое место встаньте. На мое место, вот сюда. Идите сюда, мальчики, сюда, вот сюда. Так, сколько вы же пришли спереди, мальчики? Кто хочет спереди должен присесть? Спереди присядьте. Ну как, все помещаются? А там еще будет фото общая? У нас какие? С нашим реквизитом фотография, а потом мы еще сделаем выпускную детского класса. Так. Давайте вместе с вами, девочки. Посмотрим сюда. Посмотрим вот туда. Вот туда, сюда, вот туда. Да, все.
Сценарий детский сад. Ура! Привет, школа! Или двойки, или тройки, или пятерки. Каждый из вас решит сам, хорошо? Ура! Все, замечательно. Все такие умнички, все такие талантливые, способные. И мы прямо сейчас, наверное, отойдем к нам. Лучше сюда отойти немного. Отойдем к нам. Давайте все отойдем немного сюда. Или тут стоят? Итак, внимание, внимание, все сиси, девочки, мальчики, остаемся на своих местах. О, леди, сиси, пусть не делают, собираемся все сюда, сиси, сюда. Девочки, мальчики, съешься и сюда. Ясминка! Так, все, ко мне сюда пройдите. Давайте сделаем большой круг. Или сюда пройдите, сюда, ко мне. Вот так, хорошо. Помните, у нас был большой круг? Давайте сделаем его, солнышки. Так, мальчики, красиво сюда пройдем. Дорогие наши, мы вас очень любим, и за то время, которое вы посвятили нашим детям, вы для каждого из нас стали членами нашей семьи. Ведь вы занимаете огромное место в жизни наших детей и нас, родителей. Вместе с нами вы находите выход из любых ситуаций относительно развития детей. Вы не просто сотрудники детского учреждения, вы наша опора, поддержка и близкие люди. Спасибо вам за то, что вы есть, и примите слова искренние, и признайтесь за ваш крайне нужный труд. Чок-чок сагол! Машала, маша, а вышла с изначом вам эти все аплодисменты. Ну что, зарема сияла, Макс. Брика все свои качества Так.
Абдулганиева Амина. Я думаю, у нас все будут отличниками. Хорошо учиться. Муслимова впереди. Адиле, машала, машала, вышла, машала. Илюла Мурат. Барова Алиме. Аминь, Таня, Кубин,
Мы прямо сейчас сделаем, пока еще не сильно потемнело, красивую фотографию выпускника. Вот здесь будем фотографироваться красиво. Так, если хотите, можно даже с рамкой. Итак, так, кто хочет вот со шляпой, можно вот здесь встать, фоткаться. Давайте с кем-нибудь начнем. Потому что совсем скоро нам нужно отправляться дальше в путешествие. Всех мы вас поздравляем. Сейчас сделаем еще несколько фотографий. А ваш праздник дальше продолжится, наверное, за пределами этого зала, да? Есть, так красиво.